В рамках бизнес-форума «Туркменистан-Германия», который проходит в столице Германии Берлине, бизнес-круги Туркменистана провели продуктивные встречи с немецкими компаниями, обсудив важные стратегические аспекты сотрудничества. Возрастающий интерес немецких предпринимателей к туркменскому рынку подчеркивает потенциал для долгосрочного сотрудничества. Германия, осознавая важность экономического развития азиатских стран, выражает готовность идти в ногу с динамичными рынками этого региона. Это стимулирует интерес к Туркменистану, который представляет значимость и потенциал в контексте регионального развития. В ходе форума было подписано 19 меморандумов и контракт на 8 миллионов 160 тысяч евро, что является ярким подтверждением стремления обеих стран к установлению важных партнерских связей и готовности к совместным инвестиционным проектам. Эти соглашения предвещают перспективное сотрудничество и обещают обеим сторонам взаимную выгоду от дальнейших совместных усилий.